Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс» начинает свою программу. Сегодня пятница, день Венеры. Ну, а в день Венера, как мы знаем, это красота. И у нас на экране, у меня на моем мониторе, красивая женщина, которая зовут Елена Порецкая, которая, ко всему прочему, является еще и экстрасенсом, и ясновидящей, и парапсихологом. И работает в этом направлении, причем достаточно успешно. Во всяком случае, об этом я получаю со всех сторон, о том, что вот пришел человек, и Лена помогла. Лена, здравствуй. Привет, Майкл. Привет, Чикаго. Да, ну, у нас еще относительно рано в городе Чикаго, 8:30 утра, ну, а по московскому времени это 17:30. И мы начинаем нашу программу. В прошлой программе мы говорили о таком событии, произошедшем у одного человека, а конкретно это было... Треснуло кольцо обручальное. Обручальное кольцо треснуло после того, как эта женщина сняла это кольцо, и с другой руки перстни выяснилось о том, что на пальцах какие-то черные такие пятна обода от этих колец. Ну, и ты сказала о том, что тут однозначно нет других мнений, что где-то что-то пожелали, скажем так, ей, особенно, это, поскольку это обручальное кольцо, то в связи с мужем, и это чуть ли не там какие-то очень серьезные вещи. Лен, ну, а скажи, пожалуйста, как можно защищаться от этого, и что делать с этим кольцом? Может, запаять его все-таки жалко, но обручальное кольцо достаточно, наверное, дорогое. Или уже все, выкидывать, переплавлять куда-нибудь на... Надо отдать как лом, как сдать лом. Просто. В скупку, и причем да? такое же кольцо, что было у мужа, тоже надо вот эти два кольца сдать. Но как бы потом на какой-то, ну, купить два кольца новых, как вот обновление отношений это будет выступать, да, вот эти два кольца. Ну, можно даже приурочить какой-то дате, там, не сразу люди могут купить кольца, они дорогие, вот, и обычно это работает. Но если после колец остается, ну, бывают разные кольца, бывают золотые, мельхиоровые, там, кто разный носит, серебряные, кто белое золото, кто красное, да. Вот, любой металл при негативе на человеке, так как пробой идет по здоровью, дает след на теле, то есть на пальцах остаются такие вот темные пятна, так сказать, после кольца, когда снимаешь. Вот это вот состояние показывает, что у вас пробой, значит, на уровне здоровья, да, то есть, соответственно, то, что уже реагирует, реакция идет металла и кожи, да, и внутреннего вашего состояния, и как бы это показатель. Кольца вообще как бы можно очищать по-хорошему, ну, также святой водой можно очищать, кладя в соль периодически, в соленую воду, да, там можно, кстати, морской солью, она более качественно работает. Также, опять же, проследить за своим здоровьем, посмотреть, в каком месте у человека, допустим, может быть сбой, то есть какой орган дал сбой, ну, то есть на что была реакция, да? Что первое пробилось, как говорится, всегда пробивается то, что слабо, то, что имело уже какие-то минусы, да, в здоровье человека. Что тонко, где тонко, там и рвется, да? То есть обязательно именно по слабому месту пробой добивает вот это место слабое. То есть, ну, тут тоже в чем плюс, вы всегда можете сразу среагировать, пойти к врачу, там, я не знаю, к парапсихологу, снять негатив, пролечиться. Вот как бы сейчас очень много всяких вариаций на тему, да, вот как восстановить себя. Заняться. Прости, пожалуйста, ты говоришь пойти к парапсихологу. Ну, в западном мире нет такого понятия парапсихолог. У нас есть понятие психологу, люди идут к психологу, психолог их отправит непонятно куда. А что такое пойти к парапсихологу и пролечиться? Вот это вот слово пролечиться как-то не очень совмещается с парапсихологией. Лечится обычно там где-то, ну, понятно где. Нет, слушай, я сказала пойти пролечиться к врачам. К врачам. Ну, подожди, а что значит к врачам пролечиться? Человек не чувствует себе ничего такого В этом странного. Случае я всегда
то сделать диагностику, то есть сходить в диспансеризацию по-советски, если понятно. То есть пройти там, все равно уже с возрастом у людей есть какие-то косяки, которые, допустим, человек знает, да, и всегда надо просмотреть там. Обычно, когда идет пробой по здоровью, и кольца показывают это на руках, да, или темнеет крест, вот были случаи у меня, кстати, у меня лично была такая история тоже, кресты темнеют, то это тоже показатель порчи, причем это порча насмерть. И как бы металл, опять же, при взаимодействии с телом человека, как ни странно, показывает вот это пятнами на теле после носки этих вещей. То есть рвутся цепочки обычно, порченные вещи, если... Вот, и в этом случае, как бы, ну, кресты можно в храм отнести, да, соответственно, сдать. Либо также сдать на лом, переплавку, чтобы этот негатив с переплавом ушел при горячей температуре. Лен, а вопрос такой, а нет ли тут какой-то ошибки, ну, случайности, скажем? Ну, произошло, и это случайность, потому что... Ну, так сказать, это как-то немного странно для тех людей, которые, ну, не знают, о чем идет речь, не верят там, допустим. Или нет, это, ну, если... тут ошибки никакой нету с точки зрения того, что сделана порча, причем, как ты говоришь, насмерть. Ну, да, то, с точки зрения людей от науки, допустим, это вообще может быть как-то что-то другое обозначать. Но фишка в том, что... тогда люди и не смогут подстраховаться, снять с себя это. Они с этим будут дальше жить, и произойдет фатальный случай, а потом человек будет хвататься за голову и говорить: «Боже, что произошло?» Обычно, когда семью или людей сглаживают, начинается все с малого. То есть, ну, у кого-то кольца. Это как предупреждение, понимаешь? У кого-то, если пробой по финансам, то какой-то косяк с банком может произойти, там, я не знаю, да, либо с кредитной историей, там, с кредитной карточкой, либо с дебетовой, да, карточкой. То есть у кого-то может произойти потеря какой-то вещи, там, я не знаю, кошелька в магазине могут украсть. Это тоже знаки все. То есть, по сути, как бы мир состоит из знаков. И если вовремя обращать внимание, то можно предотвратить тот или иной случай фатальный, да, который этот знак уже дальше несет. То есть... ну, как бы везде соломки не подстелишь, допустим, при снятии негатива бывает так, что как бы что-то снимается, а все равно что-то еще остается, и все равно где-то будет показывать, что надо еще почищать ситуацию с человека или с его близких. Но опять же, в случае с этой женщиной с кольцом, там однозначная ситуация, это порча на семью и на их отношения, на здоровье, то есть тут надо обратить внимание, снять этот негатив, переплавку эти кольца, причем именно два кольца, мужнина тоже взять. Если это... Ну, обручальные именно, я это имею в виду. Ну, обручальные, вот. Да. Скажи, пожалуйста, к примеру, можно ли теперь, исходя из того о том, что, допустим, ну, на первых порах, будем говорить, вот это кольцо взяло на себя, приняло на себя удар, правильно? Ну, да, так оно и есть. Но, опять же, оно все время принимает на себя удар. Понимаешь, уже надо на это обратить внимание и снять причину этого удара, то есть убрать кольцо, лопнувшее кольцо – это следствие, как бы, да, причина – это то, что произошло, что привело к этому, ну, потере этого кольца, правильно же? Ну, этого никто не знает, поскольку внешне все в порядке, внешне все нормально, нет никаких вообще проблем, вопросов с этим делом. Это еще хуже, значит, у людей есть завистники, которые очень сильно скрывают, как бы, это, знаешь, как называется, вот... когда бывает, что люди живут благополучно, вроде говорят, вот я никому не мешаю там, но бывает, что у таких людей, кстати, это могут быть соседи, это могут быть знакомые даже, которые приходят к ним в дом и ненавидят их за какое-то радушие и благополучие. Это может быть люди кармически хотевшие стать ими, да, там вот ею там или им. Это люди, которые в чем-то завидуют, и такие люди, которые считают, что они никому ничего вроде не делают, у них отсутствует техника безопасности обычно. Они иногда вот принимают людей только с положительной точки зрения. Хотя знаки предупреждающие всегда говорят, если человек плохой пришел, после него всегда что-то может сломаться. Там, ну вот, кстати, пример я тебе приведу, пожалуйста, свой. У нас была знакомая одна не очень хорошая в доме в гостях.
Она была у нас в августе, появилась внезапно, и человек пришел посмотреть, изменилось у меня что-то или нет. Ну, я достаточно скромно живу, надо сказать. Единственное, что поменялось, у меня на микроволновке старые, такой 2006 года стояли, из нового, что она не видела, это соковыжималки. Одна там для апельсинов, другая, ну, стандартная, самая такая для яблок, там, вот этого всего, да. И блендер, который был куплен тоже совсем недавно, причем была необходима, сейчас она отпала, он просто стоит как мебель. И я тебе скажу одну вещь, что человек очень четко все обвел взглядом, видим вот эта черная, не микроволновка, а это соковыжималка, она как-то зафиксировалась у нее. Буквально недавно моей дочери снится сон, в ту субботу, кстати, и снится эта женщина, которая ходит у нас по квартире, и какие-то у нас там происходят разговоры, взаимоотношения и прочь. Вот, соответственно, в ту субботу у нас происходит какая-то ситуация, там сбой, да, и я, соответственно, этот сбой урегулирую. Ну вот вчера это, опять же, как бы я чувствую этого человека, да, я чувствую, что человек, как ты говоришь, как вот я говорю, зафигачился, да, вот озадачился он вот какими-то моими, там, может быть, ненавидит, понимаешь, и ну, у меня сам... Он просто ненавидит соковыжималку, я так предлагаю. Значит... Соковыжималка в сознании послужила опорной точкой, которая мне показала именно на этого человека, потому что у меня другого такого же человека не было, то есть... На что она могла обратить внимание? Она сломалась вчера, вот я стала сок выжимать из тыквы, она не включилась вообще, понимаешь, да? То есть ты это связываешь именно с этим моментом, с приходом этой женщины, правильно? Да, связываю именно с этой женщиной, соответственно, ну так как лепится негатив на человека обычно от трех, от четырех источников, первично все-таки была она, потому что предмет она видела. Незаметно, это просто фиксирует человек взглядом, и этот предмет у него может потом появляться при ненависти к объекту, и этот предмет может на себя брать негатив, вот в чем дело, понимаешь? Человек же сидит в кухне, допустим, он обводит взглядом все у вас, да? Но предмет какой-то может зафиксироваться, понимаешь, там, не знаю, красивый, новый, не было раньше. И в итоге получается, что когда человек начинает впускать свои корни ненависти в вашу семью, там, или в мою, там, или в чью-то, то в итоге летит тот предмет, который этот человек, сам того не замечая, поставил в сознание, понимаешь, да, он как бы предупреждает о том, что негатив вот от такого-то человека. Бывает, что приходит в гости... Ты показываешь, ну вот люди, я знаю, вот у меня очень есть обеспеченные клиенты, которые любят в гости приглашать в дома, знаешь, вот эта вот фишка. Приходят совершенно разные люди, неудобно не пригласить, вот эта фраза, да, бывает родственники приезжают, сам знаешь, вот этот разлом, богатый и бедный, или средний класс и совсем никакой, да. И все равно люди приглашают, для них это как элемент даже благотворительности, вот, они не понимают, что они этим только злят, да. По сути-то, особенно если приглашают человека, который, допустим, в какой-то проблеме. И бывает так, что хозяйка там бывает, вот у меня был случай, показывала, она гжель собирала, да. Вот она показывает эту гжель, там у нее, ну, полочки такие, знаешь, вот так вот красиво очень гжель стоит. И она показывает, вот, ребята, вот я купила вот недавно такую редкую вещь. Вот, ну, все как-то раз, потом через какое-то мгновение там у нее... происходит разговор с каким-то человеком, который, допустим, озадачился какой-то вот проблемой или что-то, ну, как не очень хорошо к ней относится, она это чувствует, но не понимает. И в итоге, как бы, так как этот разговор был после этого предмета, еще этот человек подошел, посмотрел этот предмет, у нее буквально эта вещь бьется, понимаешь, ну, на следующий день. Вот, ну, она у меня спрашивает, Лен, вот что это значит? Я ее спрашиваю, кто трогал вещь буквально вот перед тем, как все это произошло? Она мне сказала, вот такой-то Вася Пупкин. Ага, я говорю, ну, все, поздравляю, говорю. Будь осторожен с этим человеком, он достаточно негативен. Не, даже не к тебе, говорю, а к тому, что вы более состоятельны. Чисто такой элемент зависти. Вот. Хотя вещь, кстати, антиквариатная была, жалко, конечно. А вот, ну, антикварная или как это называют. Вот, в общем, такая вещь происходит у людей, и это показатель, что предмет взял на себя часть негатива, но это предупреждение, что надо либо этого человека не пускать, но так как существуют астральные практики, сейчас существуют всяческие воздействующие моменты, да, могут приходить к ясновидящим, которые входят в транс, и через твое сознание или чье-то могут видеть пространство, где человек живет даже, понимаешь, да, люди могут входить в сны. Это тоже существует. То есть тут нужно тогда ставить определенную защиту на квартиру, на дом,
как бы, да, вот для того, чтобы не было входа в сознание, чтобы никто не управлял вашей ситуацией, там, ну, чьей-то ситуацией, да, допустим. Вот как в данном случае вот эти люди вот с, ну, с Гжелью, да, интересно такое. То есть это все работает, к сожалению или к счастью, но это все работает, и на это все надо обращать внимание, понимаешь? Ну, к счастью, нельзя сказать, что это работает, это очень и очень плохо, особенно если мы об этом ничего не знаем, и мы не воспринимаем это как сигнал. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, телезрителям, YouTube-зрителям, мы сейчас беседуем, напоминаю, с парапсихологом, ясновидящей, экстрасенсом Еленой Порецкой, и у нас речь идет о порчах, о том, что происходит, когда кто-то кому-то, ну, там, не то пожелал. Мы получаем сигналы, которые мы не можем интерпретировать, не умеем интерпретировать. Ну, и вот Елена нас обучает, как это можно сделать. Елена, кстати, дорогие друзья, вот я лично пользуюсь советами. Я заказал у Елены такую защиту повесить в офисе. Но мало ли, к нам приходит много людей, правильно? Мало ли кто-то чего-то пожелает. Правда, мы ничего, мы как раз таки открыты для людей и делаем это все именно таким образом, но в этой жизни все бывает, мир у нас дуальный, как мы знаем, и воспринятие каких-то вещей у всех разное. Так вот, я заказал вот такой талисман, типа, который где-то уже в пути. Так что, если вы хотите себя защитить, защитить себя, свое жилище, свой офис, пожалуйста, обращайтесь, Елена Порецкая, ну, можно к нам, центр Сан-Гейтс, мы вас перенаправим к Елене. Елена, вот такой вопрос, у нас остается там какое-то время, и, кстати, будет у нас очень интересная программа после окончания сразу этой программы, 18:30 по московскому времени, тоже с человеком неординарным, с обладающим очень серьезными способностями. Но я хочу сейчас обратить внимание твое, можешь ли ты через меня посмотреть вот на такую вещь. В середине, вчера у нас была программа в центре Сан-Гейтс, это программа из цикла передач «Антология тайн». То есть, как мы знаем, существуют тайны, они до сих пор не раскрыты, непонятны. Что же произошло в этом случае? Речь идет о... перевале Дятлова. В 1959 году произошло совершенно ужасающая вещь. Ребята в количестве 9 человек были на Урале, на перевале. Его назвали Дятловым. Перевал Дятлова – это гора, которая называется Атраман, «Не ходи туда» в переводе, Манси там. И там вот гибнут люди. До этого события за несколько лет или десяток лет туда совершали восхождение местные жители в количестве 9 человек, они все погибли. И вот события... ты слыхала об этом событии или нет? Ну, я слыхала, даже версии какие-то я знаю. Я почему спрашиваю, извини, я спрашиваю потому, что где-то в одной из программ, по-моему, даже это была «Битва экстрасенсов», не помню, мы не говорим о том, что это за программа «Битва экстрасенсов», для чего и так далее, но обращались к ясновидящим, обращались к экстрасенсам, что же там произошло. То есть посреди ночи, в 30-градусный мороз, что-то случилось, и люди в панике выбегали, разрезав эту палатку изнутри, выбегали на лютый мороз, не одетые, и все они погибли. То есть, что произошло, никто ничего не понимает, никто ничего не знает, причем у некоторых из них были какие-то странные раны, несовместимые с жизнью, внутренние какие-то кровоизлияния, лопались органы внутренние, что самое интересное, наружного, не у многих это было, хотя были люди, которые вообще никаких ран не было, они просто замерзли, но они были в панике, на их лицах застыл неописуемый ужас. И что в этом случае произошло, никто ничего не понимает, не знает. Много версий разного плана. Ну, мы об этом говорили буквально. На YouTube есть уже одна программа. Сейчас будет продолжение этой программы выложено. Как ты считаешь,
Вот по описанию, ну, ты слышала этот случай, там это было посвящено 21-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Как мы знаем, в то время героические подвиги делались во имя партии правительства, а не, так сказать, во имя чего-то другого. Твое мнение? Ну, вообще, я считаю, что это больше инопланетного, ну, какого-то состояния, инопланетное. То есть вот эта гора как таковая, и, кстати, как еще какие-то горы, которые у нас есть, в том числе, по-моему, даже и Кайлас. Ну, в общем, то есть есть вещи, есть горы, на которые даже если ты заходишь, ну, как бы они пускают, да, а есть вот то, что перевал Дятлова, вот эта гора, то есть там как-то что-то связано все-таки мне ощущается с инопланетянами, это какая-то сила, которая... Это не оружие, это просто воздействие мгновенное, где у людей перепад давления такой силы был, что вот отразилось на вот этих вот внутренних органах, как бы на такой лютой смерти, по сути. Ну, а тех, кто просто замерз, у меня все-таки ощущение, что там было даже вплоть до от страха, вот, когда люди уже вот не могут шевелиться, то есть и в итоге они просто замерзли, они не смогли себя спасти. То есть я думаю, что это связано с чем-то инопланетным, с каким-то умением нападавших на этих людей или оборонявших эту гору, но оно не как оружие человеческое, вот как у нас сейчас автоматы там и прочее, это просто сила сознания настолько сильная, что вот у них так вот покочевряжило их так страшно. Ну, хорошо. Скажем, можно ли это объяснить такой версией, с твоей точки зрения, то есть не то, что инопланетное, а то, что внутри, скажем, под землей, находятся какие-то неведомые излучения, стоит какой-то там, скажем, аппарат, и, в частности, речь идет, может быть, даже о пирамиде, поскольку при взгляде на эту гору расстояние она напоминает собой, причем очень сильно напоминает собой пирамида. И идет аналогия с пирамидой Кайлас, гора Кайлас. То, что там происходят какие-то очень непонятные вещи. И, ну, пришельцы из космоса, понятно, они не то, что пришельцы, это, в общем-то, единая система, будем так говорить, но, во всяком случае, вот такие вот вещи. Как ты относишься вот к такой именно гипотезе? Ну, тоже, кстати, имеет место быть. Опять же, в том же ключе, что я сказала, только приборно излучатели могут стоять на определенный подход людей к этой горе, чтобы дальше вот они не подходили. Но у меня все-таки какое-то ощущение, что это был выход кого-то из горы, и вот эти люди просто... Ну, как их убили. Но они спали, они же спали, они же не видели, ничего не знали. Но кто-то, возможно, кто-то был, кто-то не спал, увидел, может быть, там, не знаю. Это совершенно безлюдное место. То есть они были убиты, а почему же тогда внутренние вот такие? То есть речь шла о том, что такого рода повреждения у некоторых из людей, это бывали при столкновении, допустим, с каким-то очень, ну вот скажем, там, не знаю, с машиной, вот просто удар в лоб и такое. Я согласен, что сила электромагнитного излучения, если человек умеет воздействовать так, или инопланетянин, возьмем это, или приборно, сила электромагнитного воздействия, она может тоже давать такое же точно состояние разрыва внутренних органов, и причем это будет, ну, грубо говоря, так же. Это может быть очень мощный какой-то выброс этой силы был. Опять же, ведомый не просто на уровне машины, что там что-то включилось, когда они там подошли, легли спать, а именно, что это осознанно кто-то вот их таким образом убрал. Понимаешь? А для чего? А для чего сделали? Чтобы туда не совались. Это достаточно страшная смерть. Я думаю, что эти люди могли что-то узнать, что не нужно было тем, кто в горе. Угу. Я вообще думаю, что существуют люди, которые живут, ну не люди, а сущности, ну как их еще назвать,
Ну, назовем их инопланетяне или не обязательно. Нет. Действительно, существует. Существует, и есть очень много, в общем-то, и... Есть под землей, и даже... Ну как, кстати... ну есть же у нас эльфы, гномы всякие, много-много там, которые бывшие, скажем, цивилизации, или даже не цивилизации, а отдельные виды, которые исчезли с лица земли, но они исчезли по своим причинам, и они живут совсем в другом мире. Во-первых, это может быть какие-то параллельные, не то, что они там под землей находятся и так далее, но это условно под землей, что находится под землей, это не физическое, скажем, там, такое место, земля, где там вот взяли, раскопали котлован, там пробили дырку там и так далее. Про московское метро тоже ходит очень много всяких разговоров и слухов, считается там столько лабиринтов, туда и близко нельзя суваться. Вот под землей, можно сказать, люди живут. Не люди, я не знаю, кто там живет. Строился же метро в советские годы, и помнишь, какое время было, поэтому неизвестно, что там вообще есть. Неизвестно, да. Ну, хорошо, хорошо. У нас время нашей программы уже подошло к концу. У нас сейчас еще будет одна довольно интересная программа. Дорогие друзья, те, кто нас слушает, оставайтесь с нами. Если нет, то вы можете задать вопросы Елене Порецкой через наши сайты. Это sungatesradio.com, это Skype sungates108. И программы записываются, они потом выкладываются в YouTube. И, в общем-то, есть достаточно много там откликов на эту тему. Да и многие люди, в общем-то, после наших программ, и правильно делают, с моей точки зрения, приходят как минимум на консультацию, поскольку есть люди, которые разбираются в этом лучше, чем мы, живущие в этом мире, не обладающими такими способностями, которыми обладают некоторые, включая вот Елену Порецкую, еще раз экстрасенс, парапсихолог, ясновидящая, ну и, можно сказать, гадалка в хорошем смысле этого слова. Лена, последний вопрос к вам, как к гадалке. Вот, карты разбросьте, если вам это надо, или вы можете, так сказать, проинтуичить. Я обращался с этим вопросом там другим людям, с которыми мы общаемся, но вот тем не менее, есть прогноз одной очень известной женщины-астролога, которая американка. Она говорит, что очень вероятно, какие-то террористические акты, которые будут происходить уже в этом месяце. То есть речь идет о, скажем, Крисмас, Рождество и Новый год. И конкретно вот где-то чуть ли не под Новый год вот активизируется. Но правда, кто-то мне сказал, не будем говорить кто, о том, что глобального ничего не произойдет, а будет какие-то местные, ну, может быть, будет какие-то местные, но ничего такого серьезного для мирового сообщества не произойдет. Как ты считаешь? Ну, во-первых, будет действительно, как ты сказал, местного значения, то есть это могут быть люди с пистолетами, которых что-то заглючит, и они начнут отстреливать кого-то. То есть такие факты будут по городам вот Америки, может быть, даже ну, какие-то спонтанные вещи, это с психикой будет связано этих людей, не потому что они там террористы. Вот. Во-вторых, как бы все-таки будет давление, ну, противостояние все-таки продолжаться, пока не выберут полностью Трампа, между Трампом и кланом Хиллари, да, вот, и в какой-то степени возможны какие-то теракты, я так думаю, но все-таки у вас спецслужбы хорошо работают, и я думаю, что какие-то вещи будут предотвращены просто. Это... Это, извини, пожалуйста, где... касается только Соединенных Штатов Америки, потому что там не озвучивалось, что конкретно на территории Соединенных Штатов. Ну, я сейчас про Америку, вот. Какие-то крупные, возможно, торговые центры. Еще я думаю, что меня Европа очень беспокоит, в каком плане, что там происходит. Вот там как раз, возможно, именно на какие-то праздники тоже теракты или какие-то срывы, конфликты именно связаны с мигрантами, то есть которые, в принципе, будут, ну, под эгидой ИГИЛ там или под какими-то другими знаменами, но будут наносить
ущерб местным жителям. И вот тут вот я все-таки думаю, что местные жители, это Германия, Франция, просто люди начнут сдавать сдачи, независимо от полиции и законов, насколько бы они толерантны не были там при рождении, у этих людей взыграет какая-то национальность своя, и просто будут находить, отдавать сдачи, и это будет все незаметно делаться, то есть, ну, как бы наносить таким же образом ответные удары мигрантам, потому что власть там не реагирует на ситуацию, и мигранты позволяют себе все что угодно. То есть, соответственно, начнется просто ответная реакция самих людей, жителей, сбивающихся в какие-то такие стайки националистического толка, кстати. И они будут вот именно ударять по мигрантам. Ну, если насчет Украины, то, скорее всего, по моим ощущениям, власть Порошенко все-таки в итоге падет, и достаточно кроваво. Но кто вот вместо него придет, там достаточно будет неразбериха в этом ключе. Давайте мы об этом поговорим в следующий раз. У нас следующая наша встреча состоится 23 декабря. Как раз за неделю до Нового года, ну вот, может быть, что-то будет уже виднее. Будем говорить так. А сейчас, Лена, большое спасибо тебе. Как всегда, было очень интересно. Связь у нас сегодня была просто замечательная. Мы не говорили, видимо, о том потустороннем мире. И, в общем-то, это все здорово и хорошо. И, дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами, что вы нас слушали. Ну и до новых встреч. Всего доброго, здоровья всем и мира. Все, пока. Всем пока. Пока. Пока.